Представляем вашему вниманию газовую плиту Гефест 51-00-02-00-67. Плита состоит из варочной поверхности и газовой духовки. На поверхности расположены 4 конфорки различной мощности, а также 2 чугунные решетки. В данной модели предусмотрена крышка, которой можно нагревать поверхность в то время, когда вы не готовите. Управление осуществляется с помощью поворотных регуляторов. Кнопка автоматического электроподжига избавит вас от необходимости пользоваться спичками. Электроподжиг предназначен как для горелок стола, так и для горелок духовки. В центре расположена кнопка, с помощью которой можно установить необходимую температуру в духовке. Рядом находится механический таймер. По истечении заданного времени вы услышите звуковой сигнал. С помощью крайней кнопки вы сможете включить освещение в духовке, а также привод вертела. Дверца духовки выполнена полностью из стекла. Полезный объем составляет 52 литра. По бокам расположены проволочные направляющие, на которые вы сможете установить решетку с алюминиевым противнем или глубокий противень, который входит в комплектацию. Для того, чтобы использовать вертел, необходимо установить штык в муфту привода вертела, а другую часть закрепить на крючке. Сверху находится гриль, с помощью которого вы сможете приготовить блюдо с румяной корочкой. Для вашего удобства снизу расположен выдвижной ящик, в котором вы сможете хранить посуду. Газовая плита Гефест 51-00-02-00-67 – это идеальный выбор современной хозяйки.